доброго ранку. І, чесно кажучи, я щось, Яна, знаєш, зрозуміла, що десь якісь загострення відбуваються, як тільки психолог у наш кадр увійшов. Доброго ранку. Ми сьогодні говоримо про День психічного здоров'я. Відзначають сьогодні все людство. І у нас у гостях психолог Валерія Тайс. Доброго ранку, кажемо вам. Доброго утра. Ну і, знаєте, от досить таки така серйозна тема, психічне здоров'я, і десь знайшла я вже інформацію про те, що статистика невтішна, з кожним роком у нас все більше людей мають певні психічні розлади, і от з чим це пов'язано, і як з цим боротися? Да, ви праві, статистика у нас, звісно, не радує по Україні, Україна взагалі займає в Європі первое место по психическим расстройствам, и в Европе это каждый восьмой, а у нас это каждый седьмой человек, да? Это где-то 3% населения уже такое имеет хорошие такие психиатрические даже расстройства, да? Ну, не говоря уже про неврозы, которые у нас почти у всех, да, в какой-то степени есть, и это, ну, в границах нормы. Розкажіть, як важливо хвилюватися не тільки про своє фізичне здоров'я, а й психічне. Що потрібно робити? Як, можливо, є якісь профілактичні заходи? Я не знаю. З чого треба починати? Так, і, напевно, варто почати із видів психічних розладів, тому що вони є різні, ну і, напевно, методи боротьби з ними залежать якраз від виду, ну, загострення, і наскільки сильно вже в людини розвинулася та чи інша хвороба. Ну вот сначала, наверное, понять все-таки, что такое психическое здоровье, да, потому что именно от этого уже идет и расстройства разные. Вот по данным ВОЗ, психическое здоровье – это состояние полного благополучия. Это не просто отсутствие каких-то дефектов, да, либо отсутствие каких-то расстройств, а это полное состояние полного благополучия, эмоционального, ментального. По мнению вот психоаналитиков, есть, ну, если так вкратце, есть три таких аспекта, по которым можно определить, здоров ли психический человек. Это способность любить, способность работать и способность играть. Про что это говорит? Если мы можем любить, это значит, мы способны сопереживать, не идеализировать, вступать в реальные близкие контакты с окружающими людьми, не доминируя над ними, не унижая их, да, а, ну, выдерживать их уровень несовершенства и сохранять эмоциональный контакт. Это говорит про эмоциональную зрелость и здоровье человека. А также играть – это не только про игры детей. Взрослые люди тоже играют, они способны метафорически, как бы символически воспринимать смыслы и в то же время соответствовать каким-то правилам, выдерживать эти правила. Ну и работать – это значит, что мы можем что-то творить. Это не обязательно работа, а просто где зарабатываем деньги. Это способность творить и привносить в наше сообщество что-то новое. Ну, как бы какие-то качественные изменения. А расстройства, они имеют, ну, как бы разные, очень разные есть расстройства. Ну, если так вкратце, есть вот 5 таких аспектов. Это когнитивные расстройства, ну, то есть мышление, это бред какой-то, либо какие-то, ну, суперидеи, да. Это может быть эмоциональная тревожность, агрессия, это может быть физические расстройства, боль, либо расстройства сна очень сильные, и это могут быть еще поведенческие, ну, заповеденческие, да, и перцептивные ощущения, то есть это когда у нас галлюцинации, там, слуховые, там, зрительные, да, когда наши органы ощущений нас обманывают, что мы что-то видим и слышим, чего, ну, в реальности нет. Ви сказали про те, що навіть може бути так, що людині боляче. Це одна із фаз, чи це один із видів ось таких от розладів? Ну, один симптом, видернутий з контексту, він, звісно, не говорить про те, що у нас вже є якесь психічне розстройство, але вже кілька таких пунктів, ну, як би, повинні нас підстегнути до того, щоб звернутися до якомусь спеціалісту і хоча б просто знайти причину цих болей, страхів і так далі. Тому що вони, звісно, в нормі є у всіх людей. От що, якщо брати статистику нашу українську, які розлади переважають? Там, я не знаю, емоційні, перцептивні, як ви казали, чи може фізичні? Це всемирна статистика, можна? Я вам скажу сам. Більше всього розпространені – це депресія, во-первых, і вона дуже сильно помолоділа. Це зависимості алкогольної, наркотичної і так далі. Це йде параноя, шизофренія.
Ну, и вот тревожность, да, разные виды навязчивости. Очень много, кстати, на Украине, ну, я не знаю, как это в статистике, но вот лично сталкивалась очень много есть людей с повышенной тревожностью и с навязчивыми идеями, фобиями, mm-hmm. страхами какими-то. Угу. Якщо так в загальному, звідки це береться? З чого? Там, я не знаю, чи можна визначити вже на якомусь певному етапі, з чого все розпочалося і як ви це визначаєте? Ну, це точно не я, це психіатр. Якщо це розстройство, то це к психіатру, не к психологу. Но причины очень разные, очень разные. И генетические, в том числе, социально-психологические, стресс и так далее. То есть человек может быть предрасположен к какому-то расстройству, потому что у него где-то бабушка там была или кто-то в роду. Но в течение жизни может очень хорошо адаптироваться и компенсировать как бы, какие-то свои, да, предпосылки. И очень хорошо социально вписываться в общество. Но если будет какой-то стрессовый сильно фактор – либо ну, какое-то горе у человека, то может это быть как спусковой механизм. А вы сказали, что теперь помолодішала депрессия. У зв'язку с чем? Тобто, ну, невже от дані колись там років 20-30 тому вони говорять про те, що люди, наприклад, там 40-річного віку більше на це страждали, а молодь там 20-30 років вони не були настільки підвладні. І в зв'язку з чим це? Соцмережі, можливо, сучасне життя, швидке. Мені кажется, да, это очень, мне кажется, связано со скоростью жизни, во-первых, и с повышением требовательности к людям. И смотрите, раньше, если начинали там ставить какие-то такие планки детям после школы, да, то есть ты должен учиться, там, ты должен работать или еще что-то, что-то ты должен для общества, то теперь ребенок в 5 лет уже не имеет детства, он уже должен знать английский, там, он уже должен знать ментальную математику там, да, и так далее, и так далее. Это классно, это много подается в игровой форме. Если это в игровой форме, оно очень, ну, как бы не нарушает этот дисбаланс игры, потому что игра очень важна для психического здоровья. И так формируется личность. И в детстве надо достаточно наиграться, чтобы быть очень зрелой личностью, сильной и способной выдерживать стрессы в жизни. Тобто це тягнеться з дитинства. Дитина, яка десь не догралася, дитина, яка десь, ну, від якої щось забрали, вона буде мати... Большинство психічних розстройств вже видно до 14 років. Какие-то предпосылки. Были даже такие вот, ну, очень шокирующие вещи, когда подростки там расстреливали, да, в Америке кого-то или так далее. И когда уже потом анализировали, спрашивали близких, вы что-то замечали? Ну, как-то, ну да, 3 дня не выходил с комнаты, там, ну да, не разговаривал, не ел, не спал. То есть это уже шло нарушение аппетита, нарушение сна. Уже шли какие-то такие тревожные симптомы, на которые, если бы вовремя обратить внимание, можно было бы помочь и ему, и тем людям, которые в итоге пострадали. Ну, а каким чином допомагати, якщо ми беремо до уваги саме батьків, і чи вже потрібно звертатися одразу до психологів чи до психіатрів, чи можна якось самотужки це вирішити? Если есть какие-то предпосылки подозревать психиатрический розлад, конечно, лучше идти к психиатру сначала. И, конечно, это задача старших, задача родителей, задача близких, потому что сам человек, ну, только может в 2% способен оценить критически свое состояние, сам человек, у которого расстройство. Поэтому это задача близких. Но если... Это какие-то не настолько, ну, сильные пограничные, да, расстройства, и не было ничего такого в роду, там не было каких-то ранних рецидивов, то можно сначала подойти к психологу, и психолог – это уже тот специалист, который увидит какие-то тревожные звоночки, если надо будет, он перенаправит дальше к психиатру. Ви сказали, що лише 2% людей можуть оцінити свій стан і звернутися за допомогою, чи все ж таки лише двоє розуміють, що це є, але не всі звертаються? Может быть, и не все, ну, это, мне эта статистика неизвестна, но они, да, критически сам человек в состоянии психического расстройства не всегда, ну, в большинстве случаев не может критически оценить, да, вот если мы возьмем там бред про то, что он считает, что он Наполеон, да, но его не убедить в обратном, и, ну, то есть это уже серьезное психиатрическое расстройство, в которое заботиться об этом человеке, как бы предположительно должна эта забота лечь на близких его. А якщо десь вже виявили таку річ, як розлад і так далі, який відсоток людей, хто вже виліковувався, виходив із цього здоровим, адекватним і так далі? Чи є якась статистика і, можливо, як часто вдається врятувати таких
людей? Смотрите, это очень зависит от именно самого расстройства, да, потому что если там есть какие-то, ну, генетические или другие факторы, которые очень тяжело поддаются лечению, да, то это один прогноз. И совсем другое, если это тревожность, если это расстройство, ну, вот есть такое понятие биполярное расстройство, которое уже на данный момент в обществе уже признается как бы в границах нормы, да, то есть это можно научить, ну, адаптировать, да, человека, научить с этим справляться. От показали нам хлопці із наших соцмереж певні вкладення. От ми проводили опитування як в Інстаграмі, так і в Фейсбуці про те, чи звертаються наші, ну, конкретно у нашому випадку глядачі до психологів, якщо вони відчувають певні проблеми, у них є. І от, чесно кажучи, якщо можна на екран нам вивести, як ми формулювали питання, ну і, знаєте, статистика не втішна. Люди здебільшого не звертаються, тобто 90% негативних відповідей. Так, ми, до речі, проводили таке опитування і у Фейсбук, соцмережі, і в Інстаграм, і ще у Фейсбуці, що в Інстаграмі 90% ніколи не зверталися і не звернулися б, і 10% все ж таки бували такі випадки. Як, що скажете на це, дивує вас це чи ні? Нет, меня это не удивляет. Я знаю про то, что люди, да, очень осторожно к этому относятся. Многие путают психолога с психиатром, да, и думают, что если они пойдут к психологу, это говорит про то, что что-то с ними не в порядке. Хотя на самом деле сейчас есть одна очень модная такая штука, развивающие тренинги, да, про развитие личности, про рост личности. И, ну, на самом деле в многих городах это уже престижно, когда ты занимаешься своим психическим здоровьем, ты хочешь развиваться. Мы все развиваем свое тело, мы хотим стать крепче, сильнее, стройнее, да, почему бы не развивать и свою психику, да, и не ставать более адаптивным, более коммуникативным, развивать свои какие-то навыки общения и так далее. И вот психолог, он работает только со здоровыми людьми, в том-то и дело, что если какая-то тревожность такая, да, непограничная, то есть это все, ну, в границах нормы, страхи, это все есть у всех людей, просто психолог как бы может помочь человеку очень адаптивно с этим справляться. І ефективно працювати, взаємодіювати з людьми, строїти отношення. Як ви думаєте, можливо, і дехто не думає про те, що якщо він піде до психолога, значить він автоматично визнає себе хворим і так далі, а про те, що не вірить у те, що справді от такі розмови, такі от тренінги, чи просто зустрічі з психологом можуть допомогти. Як часто от такі упереджені думки лунали, можливо, у ваш бік? Ну, почти в каждая первая сессия, да, когда приходит человек первый раз, почти всегда. То есть почти всегда очень, ну, очень мало таких вот очень зрелых клиентов, которые понимают, куда они пришли, они знают, что там будет, они готовы работать, да, и, ну, у них нету страхов с этим связан. Но я вам скажу, приходят второй, третий, десятый раз, да, то есть люди снимают эти страхи, не понимают, что это... Ну, очень интересная работа, потому что на самом деле единственный человек, вообще единственная тема, о чем мы можем говорить бесконечно, это мы сами. И это очень всегда интересно, открывать себя, какие-то новые грани в себе изучать. И, ну, то есть это такое путешествие, в которых психолог только вас сопровождает. А що говорити про дітей? Тобто, от ми говорили про те, що це все може до 14 років проявляється зазвичай. І от чи от можливо ви знаєте, можливо, ви чули, наскільки працюють із нашими дітьми в школах, у навчальних закладах дитячих, тому що, ну, до прикладу, за час мого навчання в школі психолог був, але можливо бачили його двічі в житті, і те, ну, можливо, це один раз були якісь тести, а друге, тобто. Роботи як такої із нами не було. Чи можна на основі якогось такого елементарного тесту раз у 5 років визначити, що з дитиною відбувається? Тут все-таки, смотрите, задача родителей. Почему? Потому что психолог, я, например, очень многих знаю психологов школьных, и те, которые работают в садиках, очень хорошие специалисты, действительно хорошие, которые постоянно повышают свою квалификацию. Но у нас есть какие-то нормы, да, освитянские, в которых на одного там психолога в школе, ну, я не точно говорю, потому что, так, не знаю, около 1000 детей, да. И у него еще, кроме того, есть педколлектив, кроме того, у него есть еще инклюзия,
иллюзия сопровождения. И, конечно, нереально охватить, да, вот пообщаться, уделить внимание каждому ребенку, ну, нереально. Поэтому там есть, да, вот такие как бы тесты, в которых просто группу риска выявляют и уже с теми детьми. Но если родители, учителя, ну, то есть есть такое, что учителя замечают раньше, классоводы, там, если это младшая школьная ланка, да, и они обращаются, говорят психологу, вот обрати внимание, да, вот такой ребеночек. Но, скорее всего, это все-таки задача родителей, потому что если родители видят, что ребенок стал раздражительный, агрессивный, либо, наоборот, замкнутый, очень часто именно на замкнутых не обращают внимания, они тихие, спокойные, очень удобные для учителя, очень удобные для родителей, сидят там, все что-то делают там, да. На самом деле это такой тоже тревожный очень предвестник, и если бы, ну, я знаю, что если родитель подойдет, ни один психолог никогда не отказывается работать, всегда рад, всегда обращает внимание, всегда возьмет дополнительного для ребенка, потому что у него уже есть там запрос, да, и он может это уже вписать в свой график. И в садиках в том числе. Просто в садиках очень, ну, маленькие детки, да, там у них очень размыта вот эта вот граница нормы. Есть детки, которые до 4 не говорят и потом говорят, хотя в норме, да, должны быть раньше. А есть детки, которые уже в 1.5 года лепечут очень хорошо. Ну и это все границы нормы. Ну и плюс, знаете, дуже часто, напевно, батьки не хочуть звертати увагу, не стільки не хочуть звертати увагу, скільки не хочуть, щоб потім, ну, про дитину не вважали, що в неї там певні психічні чи психологічні відхилення. Ну і дуже багатьох, напевно, ну, це десь відштовхує і фактично проблему хочуть вирішити, але як її вирішити, якщо не звернутися до спеціаліста? Напевно, неможливо, тому обов'язково, батьки, дивіться, зважайте на цю проблему і обов'язково вирішуйте. Угу. От мене ще цікаве одне питання. Ефект чи момент маленького міста, от, де, в принципі, проживає не так багато людей, чи впливає це на довіру до психолога? Бо ми знаємо, що маленьке місто таке, пусть як Мукачево, кожен кожного знає, і є такий момент, що от я можу відкритися людині, а вона десь у своїх якихось там колах людей спілкування, а потім десь це може винесе на загал, і потім це знає все місто, бо один другому розповіли і так далі. Чи зіштовхувалися ви з такими упередженнями? К сожалению, да, есть такие страхи, и в маленьких городах, да, действительно, это есть, и, ну, к сожалению, иногда и бывают такие случаи, ну, то есть это иногда и оправданные страхи, да. Это очень неэтично, то есть есть какая-то психологическая этика работы с клиентами, и да, у меня тоже есть других городов люди, которые не просто так приехали именно в наш город, да, но в том числе, ну, у меня есть клиенты, которые там много лет там, да, мы общаемся с ними, и уже проверено, но они чувствуют себя уже в безопасности, потому что, ну, конечно, самое базовое, что должен чувствовать себя человек, пришедший к психологу, это безопасность, что про него ничего, нигде, никто отсюда, вот с этого кабинета ни полуслова не вынесет. От, якщо говоримо про психологів, вони такі ж люди, власне, які звичайні люди, які не мають певних якихось знань у цій сфері. Як от психологи борються із якимось, можливо, проблемами, чи, можливо, чи стресами? Чи ви позбавлені абсолютно стресів і депресії? Ну, скажіть, що так. Ні. Точно нет. Ну, у меня тоже есть психолог, да, если про это. То есть, если грамотно работать, да, если, ну, как бы работать так, как на Западе, да, как мы пытаемся, хоть у нас это пока не регламентировано, то у каждого практикующего психолога должен быть собственный психолог, и психоаналитик, и супервизор. И я посещаю в Ужгороде, у меня есть мой личный психолог, ну, как бы психоаналитик, да, и у меня есть групповая супервизия, где мы встречаемся все практикующие психологи Ужгорода в основном, со Свалявы, ну, я с Мукачева, и у нас есть психотерапевт более высокого уровня, который, ну, помогает нам в каких-то очень тяжелых случаях разобраться. Если какие-то случаи там обговариваются, это все очень конфиденциально, то есть не говорится ни имя, ничего, только пол и возраст. Ваші особисті переживання, мене от саме цікавить, ви також практикуєте і так далі, можливо, саме я зараз про ті моменти, які не виходять за межі там психологів, не психіатричні якісь там розлади і так далі. От коли ви довіряєте своєму психологу якісь свої певні особисті моменти, чи знаєте ви, за якими методами з вами були спілкуватися? Чи все вже обумовлено, чи якісь інші підходи до кожного індивідуальні?
Но даже если мы знаем точно, что и как с этого выйти, очень тяжело с этого выйти самому. Mm-hmm. Знаете, если нас связали там канатом, и мы знаем, в принципе, теоретически, как развязывать узел, но очень неудобно это самому сделать. Mm-hmm. Поэтому все равно хочется попросить кого-то помочь со стороны, да, это всегда удобнее. Потому можно ли справляться самому? Можно, если можно. Ну, то есть есть такие сильные, зрелые личности, которые, в принципе, могут и сами, да, себя за волосы, как Мюнхгаузен, вытаскивать. Ну, я пытаюсь идти таким способом, что если есть кому пока мне помочь, почему бы нет, mm-hmm. да, если уже мы останемся в полной изоляции от каких-то профессионалов, да, ну, тогда придется помогать mm-hmm. самим. Ну, и плюс, знаешь, дуже зручно, коли подруга психолог, mm-hmm. коли зустрілася. И это конфиденциально, если она не расскажет второй подружке и так далее. Ну, что же, я, честно говоря, отримала від вас купу, я не знаю, якогось такого заряду, и хочется вам все рассказать на світі, що зараз відбувається, але порадьте нашим глядачам, можливо, зараз у когось є насправді якісь конкретні проблеми і потрібно шукати шляхи їхнього вирішення. Що робити? І, може, порадьте звертатися, не звертатися до психолога? Ну, я очень рекомендую вообще, если есть уже какие-то тревожные симптомы и нету предубеждения, обратиться сначала к психиатру, потому что, ну, есть такие вещи, которые психолог может не увидеть в связи со своим образованием, да, а психиатр заметит. И если там нету психиатрических каких-то нарушений, то, ну, психолог вам в помощь, конечно. Ну, либо, если, ну, там страшно, да, предупреждение, все равно обратитесь хотя бы к психологу. И, ну, точно есть хорошие психологи у нас в городе, которые дадут вам ту базис того доверия, да, ту безопасность, mm-hmm. где вы можете почувствовать, что это точно вам посопереживают, вам помогут, и это об этом никто не узнает. Так, і ще раз нагадаємо, що сьогодні говоримо про День психічного здоров'я, нині його відзначають 10 жовтня, і треба про нього дбати. Це ми щойно визначили. Друзі, ще раз нагадаємо, хто у нас був у гостях, Валерія Тайс, психолог. Дякуємо вам дуже гарно, що ви нас завітали. І в нас далі, знаєте, хочеться сказати про те, що зірки також страждають на найрізноманітніші психологічні розлади, тому далі підбірка невеличка саме про цих людей.